Всем привет! Инстаграм выпустил IGTV, новую аппликацию для загрузки длинных видео. Но единственная проблема, что можно загружать только вертикальные видео, снятые на твоем телефоне. Но я сейчас вам покажу, как обойти эту функцию, как загрузить свои горизонтальные видео. Для этого вам нужно скачать на свой телефон в App Store, скачать приложение, которое будет называться Video Crop. Вот такой логотип на нем будет. Нажимаем на это приложение и заново начинаем проект. У меня уже просто было готово видео, я делала. То есть загружаем любое горизонтальное видео, вот это. Видите, оно горизонтальное, то есть когда мы загрузим его на Instagram, оно полностью обрежет и оставит только центр, и не будет видно людей. Для этого просто нажимаем Flip right или left, то есть направо или налево перевернуть. Давайте вот направо перевернем на эту сторону. И нажимаем Done. После этого видео сохраняется в вашу фотогалерею, и уже оно сохраняется как правильное, как горизонтальное сохранится. Сейчас мы попробуем его загрузить на Instagram. Посмотрите, что произойдет. Я уже его загрузила, но еще раз покажу вам. То есть вот оно, это видео. И уже оно перевернулось. Уже нет обрезки, просто в таком формате люди смогут смотреть это видео. Вот оно у меня уже загружено. Я уже таким образом сделала. Вот оно.